В Чебоксарах расследуют убийство. Подозреваемый в совершении преступления задержан в Нижегородской области. Им оказался неоднократно судимый житель Козловки. Сейчас проводятся следственные мероприятия. По версии следствия, вечером 10 мая во дворе одного из домов в Чебоксарах возникла потасовка, исход которой оказался весьма трагичным. Подозреваемый в ходе ссоры, возникшей с его 37-летним знакомым, нанес ему не менее 4 ударов ножом. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия через короткий промежуток времени, а подозреваемый скрылся с места происшествия. Благодаря оперативному взаимодействию сотрудников Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике и сотрудников МВД по Чувашии установить местонахождение подозреваемого удалось в кратчайший промежуток времени. Следователям решается вопрос о возбуждении перед судом ходатайства об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. Если вина подозреваемого в совершенном преступлении будет доказана, ему грозит наказание в виде лишения свободы от 6 до 15 лет.